Добрый день, дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Сдаем снова объект. По-моему, ребята быстрее строят, чем я снимаю, делаю видеообзоры их. Вот снова баня 4х5. Популярнейший проект. Плюс терраса. Вот так вот 5 метров. Так вот 4 метра. И еще 2 метра террасы. Крыша над всем строением единая, двухскатная. Начнем с фундамента. Фундамент ленточный, как всегда. Примерно 300 мм над уровнем, над поверхностью земли. Продухи обязательно, чтобы проветривать подпольное пространство. И также закладываем вентиляцию басту в фундаменте, приточку. Фундамент отградили, вот этот нижний венец от фундамента, отлив сделали, чтобы вода не затекала под венец. Внутри, в районе помывочной и парной, тут точно так же сделано. Сруб в лапу со строжкой. И далее обработали акватексом экстра цвет сосна. Фронтоны и свесы крыши, карнизы, вагонка, вагонка штиль. Во фронтонах 4 вентиляционных продуха. Это у нас сейчас стандарт. Вот это окошко метр на метр в комнату отдыха выходит. Так, вот такая вот терраска получилась. За место балясин перила сделали, выполнили из доски. Доска дюймовая. Доска через доску. Красивое место, просторный сад. СНТ яблоко в зеленом бору. Вот. После бани тут великолепно можно посидеть, отдохнуть, чаи погонять, посмотреть на всю вот эту красоту. Лес, природа, свежий воздух. Что еще надо? Столбы у террасы на компенсаторах усадки, опора регулируемая. Потолок у террасы без утепления, тоже вагонка штиль. Проводку начали за место кабель каналов сейчас делать ретро-проводку. Но вот эти вот сами выключатели, сами розетки оставили. Обычные шнайдеровские. Вот такая вот комната отдыха. Печка металлическая. Термофор гейзер 2014. Пока продолжаем их ставить, но думаю, скоро полностью перейдем на чугунные печи. Достаточно большая такая комната отдыха получилась. Две розетки двойных. Видите, все с ретропроводкой. Потолки шпунтованная доска. Полы доска обрезная 50 миллиметров. Помывочная. Потолки дополнительно оббиваются, что помывочной, что в парной, вагонкой осиновой. Через вент зазор и фольга. Дополнительная гидроизоляция потолка идет. Окошко 500 на 500 помывочный. Полы также доска 50 проливные с технологическими зазорами. Такая небольшая скамеечка. Поставить тазики, помыться. Выносной бак на 75 литров. Вода нагревается от печи. Дверь в парное стекло. Матовая бронза 8 мм. 3 петли. Ручка с магнитом
Полы тоже в парной проливные. Полок осина. Потолок тоже осина. Вентиляция басту — это вытяжка. Приточка идет под печку. Приточная вытяжная вентиляция. Также окошко в смежной стене от помывочной для залпового проветривания. Вот она печка с двумя каменками. Пожаробезопасная разделка, минерит, фламма с воздушной прослойкой. Хочу заметить, что ни вот эти вот плиты, ни окна, ни двери, ни перегородки, ничто не препятствует свободной усадке сруба. Хотя все сделано под ключ в один этап. 7 дней ровно ушло у нас на монтаж вот этой бани. Баня 4 на 5 метров с террасой с нуля. И вот в такой комплектации, которую вы видите на видео. А я и не заметил. И дверь стеклянная, и печка. Ура, ура, ура. Печка тут уже с это. Все замечательно. Тут оно вот будет, чтобы не падало, да, Надя? Да. Бляшку, да. Замечательно, здорово, классно. Побежать. Ну что, сказать уже спасибо можно говорить? Да, подожди, а вот это что у нас? Это бак потом, подожди, скажу спасибо. Я еще тут не подсказываю. Хочется сказать, что очень здорово работают. Вообще не отдыхают, прямо как приехали, как начали работать. Кругом порядок. То есть вот они у нас жили на втором этаже, честно говоря, мы даже не слышали, как они заходили и выходили. То есть для нас было просто удивительно, что мужчины могут так тихо. То есть никакого беспокойства. И, в общем, все очень надежно и здорово. Поэтому спасибо огромное вашей компании. И быстро. И быстро, да, удивительно просто. И все быстро. Все это казалось, что, конечно, это будет очень долго. Угу. На самом деле все оперативно. Но вы же хотели, чтобы быстро сначала каркасную баню какую-то вам должны были привезти. Да, мы хотели, да, потом мы передумали. Наверное, сейчас рады, конечно, что передумали. Вот. И ребята, которые у нас работали, всем большое спасибо. Все очень вежливые, аккуратные. То есть вообще неплохого слова никогда не слышали, что при работе мужчин как бы странновато. Вот. Ну, поэтому просто все молодцы. Все будем вовремя. Рекомендовать всем. Да. Машина одна за другой идут, что-то привозят. Ты занимаешься своими делами, даже не знаешь. Поэтому действительно молодцы. Спасибо. Спасибо. Ну все, друзья. Сдали мы, значит, этот объект. Буду признателен вашим лайкам, вашим комментариям внизу под видео. И всем пока, до скорой встречи, до новых выпусков.